Оно такое загадочное, большое и не может не притягивать для тех, кто любит морские путешествия, для тех, кто не очень любит морские путешествия. Сегодня... Морской круиз! Морской круиз в клубе «Компас». Давайте отправляться вместе. Готовьте ваши весла. Капитаном называем, а я, между прочим, с адмиральскими погонами. По сравнению со мной, Хабенский, это был лже-адмирал, понимаешь, в одноименном фильме. Так докажи, давай. Смотри, внимание, настоящий адмирал, он что умеет делать? Он прежде всего умеет танцевать яблочко. Эх, яблочко, да еще яблочко. Адмиралтейство заслуженное. Как тебе вообще плавается? Хорошо. Морской болезни не страдаешь? Но нет, вообще-то мы не плаваем, это как бы пластик, обычный пластик. А это, смотри, это тряпки, тут, ну, там стена за ними, вот видишь? Так что это все иллюзия. Но если есть фантазия, то можно поверить. Зрители, у вас есть фантазия? У меня есть. О, боже! Знаешь, у меня всегда были какие-то такие фантазии по поводу романа, возможно, с капитаном или вот с кем-то, знаешь, из состава такого большого корабля. У тебя таких фантазий не было? Не хотелось бы завести роман с капитаном корабля дальнего плавания? Если честно, раньше нет. Но вы мне подали хорошую идею. Приедете уже замужней барышней, такой капитанской женой. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Совершенно согласна. Вообще, на следующей неделе в клубе «Компас» тоже такая вот путешествующая вечеринка «Мексиканский залив». Да, для всех тех, которые вообще по непонятным причинам еще не были в Мексике, я предлагаю пересечь город Харьков, вот, и добраться до посольства Мексики под названием «Компас». Вот, и именно в «Компасе» будет проходить вечеринка под названием «Мексиканский залив». Акция крутая на коктейль «Зеленый мексиканец». Такого не было еще, невиданная акция. Так что я знаю, я тебя увижу еще до того, как клуб откроется. У тебя даже микрофон зеленого цвета сегодня. Видишь, это судьба. Сегодня у нас же тематическая вечеринка, морской круиз. Как ты относишься вот к морю, к плаваниям, к кораблям, к капитанам, к полосочкам? Ой, я очень люблю море. Я бы там жила, очень бы хотела. Путешествовала как-нибудь в круизах? Нет, только в Крыму была, а так не путешествовала. Мне еще интересно, девушки думают о романах с каким-нибудь капитаном, например? Ой, ну у меня есть парень. Ну парень иногда не помеха. Да ладно, не увидит. Все классные акции. В ресторане на первом этаже у нас акция. Скидка на алкоголь с 19:00 до 7 утра. И на японские роллы с 15:00 до 18:00. Дневной, до 50%. Это на японские роллы. Да, приходи, между прочим. Вот, и 5 дней в неделю 10 коктейлей по 10 гривен. С воскресенья по четверг. Класс, класс, класс. Класса можно не вылазить сутками. Да.